пытался подойти к морю, ну и, естественно, промочил все ноги. И теперь мне уже терять нечего, как только по щиколотку залезть в воду, что я, наверное, и сделаю, потому что при таких волнах подойти трудно. Искупаться у меня, к сожалению, как я обещал, не получилось. Ну, посмотрите, какая погода. Хотя можно раздеться и искупаться, не так холодно. Но я уже ничего не успеваю. Через 2 часа мне надо уезжать отсюда. Ну что, пошли хотя бы проведем ритуальное омовение, да? Ноги промочил капитально. Пойду сушиться. Всем привет! Сегодня 15 декабря 2021 года. Ялта, набережная. Я уезжаю в Москву. Спасибо. Вон такая красота. Ой, это человечки. А как же я буду людей-то есть, а? С чего начинать? С головы, с рук, с ног? Какое-то это живодерство получается. Не знаю. И чё, как мне их есть-то? Теперь спрашивается, придется оставить, да? Собственно, это не елка, это какой-то арт-объект, скорее всего, так сказать, в виде елки. Ну, не знаю. Я потом, когда вернусь, конечно, здесь сделаю цветные вот эти вот шарики везде. Это не масштабный человек, это маленький человечек. Ну, в смысле, ребенок. Ребенок. Да, еще многие с зонтиками ходят. Но я... Они здесь сейчас стояли, я не успел нарисовать, теперь рисую по памяти.
Я сижу сверху, а поэтому такой вот ракурс у них, да? Так, здесь кусты всякие разные. Все блестит. Ну, главное, я нарисовал, да? Вот эти разве что человечки чуть-чуть должны быть по масштабу побольше. Ну, ребенок может быть такой. Эти с зонтиком побольше. И этот должен быть чуть-чуть побольше. Так вот, правильно, так масштаб, да? Тут вот ветки, ветки, ветки. В общем-то, сплошные ветки. А интерьер я, пожалуй, этот рисовать не буду. Ну, разве что тут коровку нарисовать. Ну, ладно, хватит. Итак, сегодня у нас 15 или 16? 15, кажется. Дай бог не ошибиться. Да. Очень легко подписывать. Хороший, красивый логотип. Беседен. Ну, наверное, мой последний рисунок в Ялте, я думаю.